влюбляются, ссорятся и ревнуют, занимаются спортом и творчеством, а могут и осадить неприятного человека крепким словцом. Словом, все как у обычных людей. За некоторым исключением диагноз шизофрения полностью изменил их судьбу. И то, что происходит за забором Пальниковского психоневрологического интерната и прочих социальных учреждений для душевнобольных людей, для обывателя остается тайной за семью печатями. И страшно, и любопытно. Поговорим об этом в программе «Такая жизнь». Листья желтые над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся, и от осени не спрятаться. Уверенность в собственной неотразимости, жизнелюбие и задор постояльца психоневрологического интерната Татьяна Сафронова с удовольствием демонстрирует творческие возможности всем приезжающим сюда гостям. Бывшая воспитанница детского дома вспоминает, что всегда мечтала о сцене. И сейчас без ее участия не обходится ни один концерт. Недавно женщине исполнилось 60 лет. В качестве подарка она мечтает получить собственное портфолио. Снимки с культурных мероприятий и портреты с красивыми прическами, нарядами и макияжем. Очень люблю фотографироваться. Да, это уж моя душа. Это уж моя душа. Это я люблю, да. Это очень я люблю. Никакого тягостного и удручающего впечатления обстановка в Пальниковском психоневрологическом интернате на нас не произвела. На первый взгляд он напоминает небольшой санаторий. Есть и кружки по интересам, и тренажерный зал. Но, тем не менее, это специализированное учреждение для психически больных людей. По словам руководства, живущие в интернате делятся на тех, чье развитие остановилось годиков три. Тех, кто по своему умственному развитию находится на уровне 15-летних подростков. И тех, кто наиболее адаптирован к взрослой трудовой жизни и частично может обслуживать сам себя. Основной контингент проживающих – это ментальные расстройства. То есть, или это приобретенное что-то уже во взрослые. То есть, они когда-то работали, была профессия, они заканчивали высшее образование. И хоп, и произошло. То есть понятно, что человек самостоятельно не смог проживать уже и получал путевку в учреждение социального обслуживания. Среди постояльцев интерната есть те, чей интеллект и социальные навыки со временем становятся гораздо выше, чем у соседей по комнате. Такие люди после прохождения специальной экспертизы могут выйти на так называемую ограниченную дееспособность. Пример – закройщица и швея Ирина Утиева. Она занимает отдельную комнату и самостоятельно ведет хозяйство. Обучаться своему мастерству женщина начала еще в детском доме-интернате. Сейчас она владеет всеми современными технологиями пошива изделий. Интересы – садоводство и огородничество, политика, чтение книг. Строить чуть-чуть могу и брюки, и постельное белье, и рубашки. Халат и все. Не перестает удивлять окружающих своими успехами и мастер на все руки Ирина Казанцева. Женщина ткет половики и салфетки на специальном станке, вяжет крючком и на спицах, рисует витражными красками, просматривает журналы по рукоделию и прикладному искусству. Недавно художница победила в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Ткачество». Также Ирина принимает активное участие в краевых спортивных соревнованиях. Мечтает пройти курсы дизайна и в компании волонтеров разрисовать здание интерната. Мы участвуем в выставках, принимаем участие в различных благотворительных акциях, где детям дарим игрушки, делаем какие-то подарки из керамики. Наша это задача – сохранить его способность, да, вот в социализации, жить в обществе, быть нужным ему. А может быть, даже как-то может направить в правильное русло и восстановить вот это. Бывают случаи, это происходит. Занятия любимыми хобби, посильный физический труд, участие в общественных мероприятиях, безусловно, играют немаловажную роль в реабилитации и социализации людей с теми или иными нарушениями психики. Однако, по мнению специалистов, очень полезно для улучшения качества жизни создание в стенах учреждения крепких, дружеских и даже любовных союзов. К примеру, Виталий Огрезнев и его подруга Анна Ивашова вместе уже 7 лет. Разговаривать молодые могут часами. Они поддерживают друг друга морально и помогают во всем.
хотя не обходится и без ревности. Когда мы с ним познакомились, он с девками с такими ходил, а я от тех девок отшибила. Потому что за ним же надо смотреть, ухаживать. А с этой женщиной, 73-летней постоялицей психоневрологического интерната Ниной Русских, любовь вообще творит настоящие чудеса. Еще месяц назад инвалид практически не вставал с постели. Причина – перелом шейки бедра и, как следствие, отсутствие воли к жизни. И тут в ее жизни появился он, 77-летний Егор Сысолетин. Мужчина начал трепетно ухаживать за своей зазнобой. И Нина Федоровна преобразилась буквально у всех на глазах. Романтические чувства помогают пожилой женщине забыть о недуге. Сейчас она не только довольно уверенно ходит с тростью, но даже пытается танцевать. Он не пьющий, не курящий. Я только не люблю, когда командует. Это мне не нравится. Егор Сысолетин рассказывает, что к нему чувства пришли позднее. Сначала им просто руководила жалость к лежачей больной. Решил взять над ней шефство и прикипел душой. Теперь иногда заводит речь и о предложении руки и сердца. Влюбленную пару поддерживает весь персонал. Специалисты интерната для них даже импровизированную свадьбу готовы организовать. С праздничным застольем и тамадой. Но будущие молодожены не спешат, присматриваются друг к другу. Семья – дело ответственное. Ну, где-то есть такие, появляются недостатки. Ну, а что? У всех недостатки есть. То кровать не заправил, то и свет не выключишь, или наоборот включишь, когда не надо. Издревле всех, кто имел отклонение в психике, на Руси называли блаженными, относились не только с жалостью, но и уважением, считая их божьими людьми. Подавали им милостыню, приглашали в свои жилища. В современном мире душевно больные нередко становятся объектами для насмешек и даже жестокости. По мнению специалистов, в обычной жизни человек с подобным диагнозом практически обречен. Нередкость, когда даже сами родственники отбирают у них пенсии, а инвалиды, будучи полностью беззащитными, вынуждены бомжевать и заканчивают свои жизни в безымянных могилах. Живя здесь, они действительно счастливы, они как помазанники Божьи. Окажись в таких ситуациях, они с таким же диагнозом, просто люди вне предприятий социального обслуживания, как их бы жизнь так полноценно и красиво не сложилась. То есть у них бы не было такого ухода, у них не было бы такого питания, у них не было бы такого разнообразия кружков, мероприятий. Из-за нарушенного психического здоровья в головах пациентов рождаются самые невероятные выдумки. К примеру, один из постояльцев интерната всерьез верит, что он арабский шейх с несметным богатством. Но самая распространенная из всех фантазий – наличие собственной семьи. Хотя большинство постояльцев – круглые сироты. Родители отказались от них еще в раннем детстве. Но все же они продолжают мечтать о маме. И не только в 20, но и 60, и даже 70 лет. Не теряют веры, что та придет и заберет их домой. Хочется всем, чтобы была мама. Может, кто-то ее и не знает, но даже мечтают. И, может быть, где-то придумывают, что у них есть мама, была мама, я ее помню. Кто-то говорит о том, что у нее есть дети, хотя у них на самом деле детей нет. Хочется все-таки им, видимо, тепла и семьи. Того, чего не хватило в детстве, хочется. Даже в пожилом возрасте. Одиночество – страшная штука. И особенно для таких наивных и беспомощных людей, как они. Поэтому постояльцы психоневрологического интерната ищут родственные души среди таких же товарищей по несчастью и окружают друг друга теплом. А еще по старой детдомовской привычке непременно понравится. Они окружают любого приезжающего человека, чтобы перекинуться с ним словом или просто хотя бы рядышком постоять. К сожалению, по словам социальных работников, волонтеры здесь не такие уж частые гости. Но очень-очень желанные. Всегда. Вы смотрели программу «Такая жизнь».